Капризы погоды не испортили выходных жителям городского округа Щелково. Ну а тех, кто пришел на фестиваль «Бурый медведь» в усадьбу Гребнева, настроение и вовсе улучшилось. Праздник натуральной продукции, организованный при поддержке Министерства потребительского рынка и услуг Московской области и администрации городского округа Щелково, по задумке организаторов должен стать ежегодным. Праздник вкуса сегодня состоится, так что с этим вас поздравляю. Ура! И приходите обязательно на фестиваль и завтра, и на следующий год. Детская анимация, площадки с развлечениями, торговые точки, возможность небольшим хозяйствам представить свою продукцию, такую как сыры, мед и другие. Привезли их сюда из разных регионов России. Здесь можно и продегустировать, и приобрести, например, ароматный мед, а еще послушать лекцию о том, чем же этот продукт так полезен. Каждый мед, любой сорт, любой, разнотравие или сортовые, иммунную систему просто замечательно поднимает. Потому что это единственный продукт питания, где полный комплекс витаминов. От А до Я. Микро- и макроэлементы. Единственное, что боится мед, это значит, если мы его в горячий чай добавляем, растапливаем, то есть все, ваниль правый, он как витамин исчезает, микро- и макроэлементы сразу улетучиваются, он превращается в яд. Ну, например, возьмем акацию, да, акация, она, значит, вот такая вот, всегда прозрачная, вот такая вот, смотрите. Смотря какой регион, она бывает немножечко желтенькая, немножечко беленькая. Ну, будем здоровы. Прежде чем приобрести товар, его можно попробовать. Здесь на фестивале «Бурый медведь» проходит дегустация, в том числе сыров. А вот интересно, а что это за сорт сыра? Расскажите, пожалуйста. Это самый покупаемый сыр, сыр полено, он в двух вариантах, классический и с пожитником или шамбалой, еще он известен как греческое сено. Сыр очень популярен за счет цены и своих вкусовых качеств. То есть это сыр, который рассчитан на максимальное количество людей, которые на сегодняшний день вот в данном городе, да, мы присутствуем, они продегустировали, понравилось абсолютно всем. То есть негативных реакций, слава богу, не было, то есть и поэтому он пользуется большой популярностью. Ну и, пожалуй, самым эффектным моментом стал выход на площадку живого символа фестиваля – медведя. Миша, давай ты у нас останешься. Мы тебя будем кормить конфетками, яблочным вареньем из усадьбы Гребнева. Лилия Тимиева, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.